Вот такая у нас тут осенняя красота. Лосевские пороги. Жандарм. Все на месте. Никуда не делась. Старый ЖД мост. Новая автомобильная. В общем, все становится как-то лучше и краше. Очень-очень красиво. Морской народ. Интересно. Пройдут и пройдут. В общем, молодцы. А я иду встречать своих друзей. В Москве нет таких офигительных, красивых осенних мест, поэтому и они каждый год приезжают в Питер. О, птички полетели. Осень – это прекрасно. Осень – это очень красиво. Вот. А я тусуюсь уже в Лосево 3 или 4 дня. Уже забылся со счета. Уже сходили на Волчью речку, половили рыбу. Поплавали вместе с утками. Ну, не медицинскими, а обычными. Вот иду сейчас забирать друзей. Что-то подсказывает мне, что они в говно. Но сейчас, я думаю, мы убедимся. В прошлом году мы ездили на 148 километр. Жили там дней 10. В этом году решили повторить. Это место, конечно, гораздо лучше, чем 148. Но посмотрим, как оно у нас получится. Рыболовы из нас еще те. Провалился в дырку. Вот так бывает. Берегите себя. Новый ЖД, очень красивый мост. Я думаю, это они. Или нет. Так, достаточно, конечно, умыленько. И малолюдно. Не, судя по всему, это единственная тачка, которая сюда заехала. Вряд ли кто-то еще будет здесь.
Блядь. Подожди, я выключу это.